Рафаэль приехал к нам не один. Вместе с ним его ученики, сын Гагик Макарчан и Нарек Ароян. Следующий армянский народный танец Рафаэль посвящает своему дедушке, Петросяну Бенику Липаритовичу, музыканту-дудукисту. Сегодня, именно сегодня, дедушке Бенику исполнилось бы 85 лет. Рафаэль, мы желаем вам сохранить ваши семейные традиции, музыкальные традиции, и чтобы через годы и ваши внуки играли в вашу честь. Армянский народный танец.
Рафаэль Макарчан, Гагик Макарчан и Наре Каруян. Спасибо вам огромное, что вы сегодня с нами и что вы действительно украсили наш фестиваль. Большое вам спасибо, друзья, прилетели из разных городов России, собрались в Москве и великолепно выступили. Спасибо.